Девочки, они из детства, но это правда. Но отпускать мы их можем уже сегодня, да. То есть, конечно же, да. Но у нас же сейчас, понимаете, есть и возможности, и ресурсы, и мы взрослые люди. А страхи остались детские. Поэтому, конечно, когда мы их прорабатываем, вдруг, знаете, возникает понимание, слушайте, а вообще-то совсем ведь можно разобраться. Нету чего-то такого катастрофичного. Прямо знаете, что вот, ну прямо мир рухнет. А вот эти детские страхи, они, конечно, такие, знаете, прям серьезные. Нас так прям включают, что мы потом очень сильно стрессуем.